Доброго времени суток вам, дорогие друзья! Сегодня у нас выходной день, воскресенье, и я предлагаю вам вместе со мной испечь ароматные, вкусные, пышные беляши. Сейчас мы с вами приготовим тесто вместе. Замесим тесто, сделаем, приготовим фарш, ну, а потом испечем замечательные, вкусные беляши. Итак, друзья, приступаем! Ну а для теста нам, друзья, понадобится 700 на килограмм, чтобы было у нас килограмм теста, 800 грамм муки, 400 грамм теплой воды, где-то половина стакана растительного масла, 150 грамм сахара, дрожжи 20 грамм, дрожжи, посмотрите, какие дрожжи, сухие дрожжи, чайная ложка соли и 2 яйца. Итак, друзья, сначала мы с вами делаем опару. А опару мы делаем, высыпаем дрожжи, чуть-чуть сахара, заливаем тепленькой водичкой. Размешиваем, друзья. Так, и чуть-чуть муки. То есть стакан воды я вылила. Стакан воды, 20 грамм. Дрожжи, сахара чуть-чуть. И ждем, пока наша опара поднимется. И чуть-чуть, конечно, подмешала, подсыпала чуть-чуть муки. Где-то через 20 минут наша опара поднимется, друзья. Ну, и мы с вами будем готовить наше тесто, замешивать. Где-то через 20 минут, друзья. Посмотрите, друзья, вот прошло буквально 5 минут, наша опара уже поднимается, вот тесто готовится. Но пока она будет еще стоять где-то минут 15, мы с вами, я ее накрою вот так, мы с вами, друзья, приготовим фарш. Да. Посмотрите, друзья, я помыла мясо, у меня 800 грамм говядины, 800 грамм, и свинина где-то грамм 300. Сейчас, дорогие мои, мы с вами все, как говорится, приготовим свеженький фарш. Для этого фарша, друзья, для этого количества фарша я взяла 3 большие луковицы. Вот такие 3 луковицы. Сразу вместе будем, друзья, в мою помощницу, молнию, запускать, как говорится, наш фарш, вернее, наше мясо. Мы складываем все мясо. Я взяла где-то, друзья, где-то около 300 грамм свининки. Мясо предварительно помыли, конечно. Луковицу режем на 4. Посмотрите, вот так. Можно на 6, вот так. То есть лука я всегда кладу, друзья, много. Фарш сразу будет у нас мягкий, воздушный, очень сочный. Лука, друзья, жалеть не стоит. Каждая хозяйка уже знает, что чем больше лука, когда готовишь фарш, тем, значит, будет вкуснее. Будут вкуснее наши, как говорится, беляши. Итак, друзья, сейчас мы с вами приступаем к приготовлению нашего фарша. Дорогие друзья, давайте посмотрим, как у нас прокрутился наш фаршик. Посмотрите, дорогие мои, какой нежный. Посмотрите. Хочу показать вам. Вот. Замечательный фарш. Нежных, прекрасно перемолола. Моя помощница молния. Фарш я выкладываю. Здесь прекрасно перемолон лук. Перемолен.
И, конечно же, наше мясо. Сюда, друзья, я соли ложечку и перец. Друзья, конечно же, перец. Черный перец. Так, в принципе, фарш у нас уже готов. Замечательно. Мы приступаем к нашему тесту. Посмотрите, друзья, как у нас поднялась опара. Посмотрите. Вот в эту опару мы сейчас с вами будем добавлять муку, будем добавлять соль, будем добавлять яйца и замешивать, друзья. Посмотрите, какая замечательная опара получилась. Вот сюда, друзья, мы сейчас с вами замесим. То есть я сюда ввела 2 яйца, соль. И будем замешивать, друзья, наше тесто. И остальную муку просеянную. Как у нас поднялась наша опара. Посмотрите, друзья. Ах, какая она замечательно получается. Сейчас мы тесто с вами замесим. Вкусное, воздушное. Дорогие мои, мы сейчас с вами ввели последнюю нашу муку в нашу опару. Сейчас, друзья, замесим. И оставим еще где-то минут на 40 подниматься наше замечательное, посмотрите, воздушное получится у нас тесто. С этого теста, друзья, мы можем сделать не только беляши, друзья, пирожки, можем сделать курники, испечь. То есть тесто у нас вздобное, почти такое, знаете, эластичное, хорошее, вкусное. Можно приготовить с нашего теста будет и курнички. Я вам ссылку напишу. Дорогие мои, посмотрите, как у нас поднялось. Хорошо тесто замесилось. Сейчас мы его выложим с нашего блюда. Посмотрите, какое замечательное тесто. Прекрасно, друзья. Я вам напишу ссылку, как и что, сколько муки, сколько, если кто не понял из видео, сколько яиц. То есть это тесто, друзья, именно можно готовить с нашего теста и курнички в духовке. Сейчас, дорогие мои, мы разрежем. Где-то я вот половину вот так разрежу, половину уберу. Смотрите, какое эластичное, какое нежное, замечательное тесто, друзья. Ну, конечно, нужно постараться встать раньше, пораньше, чтобы тесто уже где-то, вы к обеду уже напекли беляшей для своих родных и близких. Сейчас я, дорогие мои, тесто немножечко разомну и будем готовить шарики для наших беляшей. Ну вот, друзья, мы с вами подмешиваем наше тесто. Кусок тот, который кусочек мы с вами оставили. Сейчас мы, смотрите, какое тесто эластичное получилось. Замечательное, друзья. Чуть-чуть немножечко, надо, конечно, чуть-чуть мучки. Я сейчас чуть-чуть, как говорится, чуть-чуть посыплю. Так. Делить на наши кусочки тесто наше. Каждая хозяйка знает, как что, как она управляется с тестом, как печет и как делает, на какие части, как она рубит, режет тесто.
То есть мы с вами сейчас порежем все на ровные части, друзья. Потом формируем комочки. И замечательно. Вот такие комочки формируем, друзья. И будем замечательно с вами формировать наши беляши. Дорогие друзья, посмотрите, как хорошо подошли наши комочки, которые мы с вами приготовили для беляшей. Буквально 10 минут, даже меньше, и наши, как говорится, комочки уже готовы, чтобы их раскатывать. И сейчас мы с вами приступаем к изготовлению беляшей. Дорогие друзья, я уже налила в сковороду масло, стакан растительного масла. Вот подготовила сковородочку. Сейчас мы с вами приготовим лепешечки. Посмотрите, какие замечательные получились у нас колобочки. Мы сейчас их разомнем. Каждый колобочек, друзья, посмотрите. У каждой хозяйки свой метод, как говорится. Тут учить, знаете, никого не надо. Каждая хозяйка печет по-своему. Пирожки, беляши, ставит тесто тоже. Просто я поделилась с вами своим рецептом замечательным. Так. Сейчас я достану мясо, фарш вернее. Вот, друзья, я достала фарш, и я хочу фарш немножечко зелени еще положить. Фарш у меня уже заправлен, он у меня и с солью, и с перцем, но мы вместе с вами, вы видели в начале, как мы на комбайне быстренько приготовили фарш. 3 большие луковицы, 200 кг мяса, 800 грамм говядины фарш и 300 грамм свинины где-то. Где-то вот получилось где-то 200 кг. Итак, друзья, мы с вами готовим наши лепешечки для заготовочки, делаем для наших беляшек. Каждая хозяйка, конечно, беляши, друзья мои, печет по-особому. Кто-то закрывает беляш, кто-то оставляю, как говорится, для сока, для соуса маленькую дырку в наших мешах. Ну, сейчас, друзья, посмотрите. Итак, дорогие мои, формируем, берем вилочку, я вилочкой всегда, берем вилочку, раскладываем. Я сейчас разложу, друзья, по нашим лепешечкам и покажу вам следующий этап. Дорогие мои, посмотрите, я уже разложила фарш по нашим беляшам. И мы с вами быстренько будем собирать наши беляшики, друзья. Посмотрите, каким образом я делаю, как я вам уже сказала, беляши, друзья, оставляю отверстие для соуса. А какой соус, я вам обязательно покажу, друзья, когда мы будем с вами готовые беляши ставить на стол. Давайте, друзья, сейчас я сформирую беляши наши и покажу вам следующий этап. Итак, я беляши сформировала. Посмотрите, друзья. И мы их отправляем на разогретую сковороду. Дорогие друзья, посмотрите, вот жарится наша последняя партия беляшей.
бы еще немножечко пускай пожарится, а мы с вами будем готовить соус. Посмотрите, друзья, какие пышные получаются наши блинчики. Мы их переворачиваем. Встретимся, друзья, когда беляши наши будут готовы. Дорогие друзья, для соуса нам понадобится две помидорины, друзья, перец и, конечно же, зелень, молодая зелень. Вот смотрите, я сейчас на терке, на крупной, натираю помидор. Можно, конечно, это все в комбайне сделать, но я уже такая помыла, и быстренько это я сделаю на один помидор. Можно один помидор, можно два. В зависимости от того, кто у вас придут из близких, сколько у вас человек в семье. Замечательный, друзья, соус, то есть вся шкурка уходит. Мы натираем вот так замечательно, прекрасно помидор. Вот мы натерли, шкурка вот у меня. Так, замечательно, посмотрите. Какой у нас помидор натертый. И также мы натираем, друзья, свежий перчик. Вот таким образом натираем. Что ж, дорогие мои, я натерла, посмотрите, помидор, перчик свежий. Отправляю в нашу смесь, посмотрите, нарезанную молодую зелень. Пол пучка где-то, солим. И, конечно же, дорогие мои, я сюда добавляю в наш соус столовую ложку уксуса. Посмотрите, столовая ложка уксуса. Столовая ложка уксуса и, дорогие мои, где-то ложки 3-4 сметаны. Я 4 ложечки кладу. Соус получается нежный, ароматный, пикантный, друзья. Ничего лишнего совершенно. Все наши овощи, которые растут у нас на огороде и на даче. Посмотрите, друзья, какой нежный, замечательный получился соус. Две помидорины, большие такие, средние, средняя перчинка, перец средний, половина пучка зелени, друзья, 3-4 ложки сметаны и столовая ложка уксуса. Замечательно, друзья. И сейчас мы с вами вместе попробуем, какие получились у нас беляши. Ну что ж, дорогие друзья, вот и готовы наши вкусные ароматные беляши, которые вы уже, наверное, друзья, посмотрели. Посмотрите, какие они пышненькие, мягкие, друзья. Какое замечательное тесто у нас с вами получилось, друзья. Посмотрите, нежные, мягкие, воздушные. Мы приготовили, дорогие мои, и соус. Соус, дорогие друзья, вот таким образом наливается на серединочку нашего беляша. Посмотрите, друзья, вот так вот вкусно. Я попробую соус. Замечательный соус. Я ссылку напишу под видео, или же, может быть, даже когда готовила этот соус, пропишу. Дорогие друзья, обязательно готовьте этот соус, потому что сейчас очень много у вас уже у всех поспевают овощи. А это, друзья, просто взять две помидорины, один перчик, натереть на терке или пропустить в комбайне, или же на мясорубке, друзья, добавить зелень, ложку столовую уксуса и 3-4 ложки сметаны. Дорогие мои, ну что ж,
Посмотрите, какие замечательные, вкусные, ароматные беляши мы с вами сегодня приготовили. Итак, дорогие мои, готовьте для своих родных и близких. Приятного аппетита и до встречи на канале «Новые горизонты».